Это называется Шастра Чакшуша. Шастра. Шастра – это Писание. Книги Шрилы Прабхупады – это Писание. Они становятся чакшуш, нашими глазами, а иначе вы слепые. Когда вы начинаете читать книги Шрилы Прабхупады, эти шастры, тогда они открывают наши глаза. Гьяна Анджана. Это значит, что этот бальзам знания помещается в ваши глаза. Гьянанджана. И тогда вы начинаете видеть, Гьянанджана трансформируется в Приманджану. Затем в вашем сердце, Приманджана Вилкаенте, вы сможете увидеть Господа. И когда вы читаете книги, вы видите Господа. Но для этого вам нужны очки в форме этих писаний. И тогда вы увидите Господа. Вы действительно увидите Господа. Сачид Ананда Виграху. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.